кто-то. Ага, да, паук, да? Который на деревьях живет. На деревьях? Да. А ну-ка посмотрим его. Ага, вот он. Да, это гигантский клещ. Клещ? Ага. А знаешь, кто плохой самый? Вот этот? Тут кто? Вот этот, вот этот? Это? Нет, он не страшный. Это вожак, он безобидный, он не играет. А? Он не бьется. Этот и этот. Ага, да, гаргулий не видел еще таких. И мумия. Да, мумия. Королевская это. Есть обычная. И это. Да. Это дед. Да, это он. Это милая, нежная. Это, да? Гигантский муравей видел, да, такие? Синяя птичка, видишь? Яички можно с ней. Она сегодня видит. Да, да, мы видели. Утром. Ура, следующий уровень. Ура. Вот это. Да. Угу. Так, ну что, давай это, давай домик делать, зайц. У нас есть уже домик. Да не, это ж мы только начали. А кровати всем сделать, чтобы они могли отдыхать. Кровати. А столы, чтобы... Нет, а надо сначала выстроить, куда поставить. Зачем же нам кровати просто так? Нам надо еще вырыть сначала подходящие эти. Вот здесь можно, например, выкопать подходящее место. Тут надо фактор. Поставить? Ну поставь. Вон же у нас ямка под факел. Вот там, вот с левой стороны. На, видишь? Ой. Деревянная броня. Давай. На, тут все это надо добывать. Делать. Ой, дочь. Видишь, сверху снег падал, и этот, снег уже на крышу у нас лежит, видишь? Он постепенно наберется. Снег, и будет снежная крыша. А кто это вот так делает? Ну, это ж этот призрак. А я видела призрака, который летает на небо, а не вниз. Да, ну, да. Он такой так, вверх-вниз летает. Вот этот... А, гномик, да? Улетает. Ну да, вот такой. Он руками так. Ага. Ну давай, зайчик. Я его вот так замечу, а там. Ну понятно. Гномики стоят, ничего не делают. Давай делать дом гномикам. Зайчик, давай делать гномикам дом. Нам же кроватки где-то надо поставить. Ой. Что ж у нас гномики тут ничего не делают. Ну надо вырыть сначала. Вырыть тогда. Вот так. До лестницы аж. Да. Вот туда. Ага. А чё, а чем мы... С кем они бьют? Ну посмотри на верху. Скелеты пришли. А все, уже утро настало. Они испарились. А эти не умирают. Ну, конечно. Как вогины. Да, они нападут. Так что готовься. Да, строй дом, зайчик. Тебе надо это, чтобы они отдыхали. Надо построить эти. Ой. Давай. Ледяная стена. Пока не надо. Изо льда. И куда ты идешь? Ты...
Давай строй домик. У меня... Вот, ой! Чудовище. Надо убить. Ну, убей. А чё они не идут его? Сейчас, подожди, они доползут. Да! Ну да. Иголки с него выпадают, да. А он что, кушал иголки? Ну да, не, он просто так, игольчатый монстр такой. И что ты стоишь, зайчик? Давай делай кровать. Давай посмотрим его. Да уже ж мы его видели. Ну вон он, пещерный дух. Прочитай. Не представляет серьезной опасности. Потревоженные гномами частички предначальной тьмы поджидают их в самых темных пещерах и шахтах. Не позволяйте им сбегать с поля боя в спасительную тьму, где они снова восстановят свои силы. Ясно? Пещерные духи. Они в темноте заводятся. Надо везде весь вешать факелов, и не будет тебе пещерных духов. И вот это. Ну так факела, да, это ж факела и есть. Давай, зайчик, строй или не строй? Давай, ставь уже это, личика, и это уже будет твой дом. Вот это вот, тотем свой ставь. Тотем! Давай. Где-то он тут. Тут, что ли? Да, вот он. Один тотем. Да, да, один тотем. Один домик можно пока построить. А можно эти тотемы... Еще один тотем. Да нет, мы его еще не поставили. Ниже. А с кем они сражаются? Не знаю, зайчик. Давай. Я же не... Говори никуда. Ну ставь, ставь. Что? Ну что, тотем внизу, зайчик. Тотем. На него надо много места. А что это тотем? Ну это такой знак, который защищает тех этих гномов. В данном случае это просто для того, чтобы обозначить, где их домик. И сколько там уют. Да, и посмотреть, сколько у них уют. Ну, папа. Все, дом закончен. Ничего больше не надо? Ну да, теперь надо сделать его красивым. Надо теперь построить кровати. И потом сдать ночи. Хотя бы построить кровати для начала. Так, у нас склад тут. Да. Какую-то оттуда. Такую. Это ж лучше кровать. Надо 5 древна. А что 5? Считаем вместе. 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Где? Ну смотри, считай. Это 3 ты поставила. Дальше ставь. Смотри, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. А я говорю 7, а ты 6. Давай. Легко посчитать. Тут 3. Тут 3. Вместе 6 и еще один 7. Давай, 4 штуки мы можем сделать. Жми. Хоть 4. Хоть у нас гномиков 5, но 4. Надо еще добыть это, лес. 5 кровать. Нет, это 3 кровати. Это 4 кровати. Все, не хватает леса. Надо добыть больше леса. Ставь кровати. И идем добывать еще лес. Где? Ну, здесь хотя бы. Все кровати тут. Да. Потом постепенно уже сделаем из земли красивые какие-то стены. Ну вот же, зайчик, здесь. Надо их выставить сначала сюда. Ну, глаз. Да, глаз. От какого-то? Ну вот.
Сейчас покажу, от кого это глаз. Это глаз от этого. И где ты этого взяла? Ну, это злобоглаз, конечно, но мы же его еще не убивали такого здесь. Давай, ставь в кровати уже. Номики хотят спать, а ты им мешаешь. О. Не даешь им спать. Перетаскивай вместо тотема. Например, да. Тотем. Да. Накрывай. Ставь теперь кровать.